Крыму короткую оттепель снова сменит похолодание. 24 февраля на территории полуострова ожидают снег, туман и гололед. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. По данным синоптиков, возможен ветер до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус 5 до 0, днем от 0 до плюс 5. На южном берегу Крыма будет облачно, утром и днем возможны дождь и мокрый снег. Температура воздуха днем до плюс 8 градусов. В Севастополе среда обещает быть облачной и без осадков. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Ночью столбик термометра покажет 0 плюс 2 градуса. Днем температура поднимется до плюс 6 градусов тепла.